Участники международного конкурса «Магаданский хрусталь» вновь приехали в Магадан. Ледовые скульпторы прибыли в столицу Колымы из разных городов нашей страны. В первый же день для них провели экскурсию по достопримечательностям Магадана. Они посетили бухту Нагаева и сделали снимки на берегу моря возле мамонта и касатки. Также туристы побывали в парке «Маяк» и возле памятника Владимиру Высоцкому. Мастера ледорезы рассказали нам, насколько они рады посетить Магадан. В искусстве, можно сказать, всю жизнь, с 2000 года. Наша команда приехала с Хабаровска. Виктор Пичуев и меня зовут Ирина Заславская. Много лет занимаемся и с удовольствием приехали в Магадан поделиться своими идеями, своими наработками. И с удовольствием поучаствуем в вашем прекрасном конкурсе «Магаданский хрусталь». И очень приятно, когда пригласили. 14-й международный конкурс «Магаданский хрусталь» стартовал сегодня. Мастера-ледорезы уже приступили к своим работам. Тема конкурса этого года – «Ледяная фантазия». Решением оргкомитета к участию в этом году приглашены 16 команд. В номинации «Мастер» – 13 и в номинации «Юный скульптор» – 3. Это представители Магадана, Республики Якутия, Белоруссии, Хабаровска, Санкт-Петербурга, Рязани, Свердловской и Московской областей. На день открытия конкурса участвуют 14 команд, 3 команды в номинации «Юный скульптор» и 11 команд в номинации «Мастер». На создание ледовых шедевров мастерам отведено 5 дней. Из ледяных холодных глыб скульпторы создадут хрустальную новогоднюю сказку. Она станет главным украшением нашего города, центром семейных прогулок и любимым местом для фотосессий. Меня вы все знаете, я искренне действительно рад вас всех видеть. Многие в первый раз откликнулись на наш призыв. И вчера, видя ваши фотографии, я вижу, что город тоже рад вашему прибытию и встретил вас в таком нарядном виде, торжественно. Я верю, что все пройдет гладко, без надрыва, что вы получите огромное удовольствие в работе. Вы умеете работать, вы хорошие мастера. И я надеюсь, что ваше пребывание, мы со своей стороны тоже постараемся, чтобы оно было для вас максимально приятным. На протяжении всех 14 лет проект «Магаданский хрусталь» координирует заместитель мэра Михаил Казетов. Он рассказал об истории Магадана художникам-скульпторам по льду и поприветствовал их на колымской земле. Кто добрался до Беларуси? Один человек. Вот я угадал, одна девушка. Но вообще планировали больше, к сожалению, вот сегодня вот это связано с границами, и Китай тоже, они не смогли подъехать. Но я надеюсь, что все это поправится. Следующий год уже 15-й, юбилейный, мы будем проводить уже в полном формате с городами-побратимами и с нашими соседями ближайшими, Японии, Китай. Приятный бонус для гостей из других городов подготовил и Магаданский кинотеатр «Горняк». Они смогут воспользоваться этим подарком в любое свободное время. Мы хотим подарить вам каждому золотой билет. Что он дает? Вы можете в любое удобное для вас время посетить любой сеанс в нашем кинотеатре. Просто подходите на кассу, показываете золотой билет и получаете вход. Бесплатно, да. Это раз. Два. Билеты нам оплатил наш друг и спонсор кафе «Вуки-Токи». И на открытке, которая вложена там, да, напечатан специальный промокод. И при заказе еды вы получите еще дополнительную скидку 20%. Мелочь, а приятно. В завершении приветствия скульпторов-ледорезов на колымской земле им вручили памятные подарки. Теперь участники активно принимаются за создание в городе еще большей новогодней обстановки. По окончании конкурса жюри отметят лучшие работы и торжественно наградят победителей и участников конкурса 22 декабря в муниципальном центре культуры.
В областном центре на аллее «Магаданское время» состоялось открытие международного конкурса «Магаданский хрусталь». Состязания проводят ежегодно. В этот раз участие принимают 16 команд. В номинации «Мастер» – 13, в номинации «Юный скульптор» – 3. Это жители Беларуси, Московской области, Санкт-Петербурга, Челябинска, Ижевска, Хабаровска, Якутии и Магадана. У нас вообще подписан договор о дружбе, сотрудничестве, взаимопомощи между Магаданской областью и Екатеринбургом, поэтому это в рамках этого договора. Ну и постоянно у нас участники из нашей братской Белоруссии, у нас тоже подписаны договоры о побратимских отношениях. Кого не назвал, сейчас ведущий назовет. Я хотел бы, чтобы холодно нам не было. Мы очень ценим то, что вы сделаете. Конкурс в Магадане проводят в 14-й раз. В этом году с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мер на протяжении 5 дней скульпторы будут создавать новогоднюю сказку. Тема в этом году – ледяная фантазия. Использовать краску или другие украшения нельзя. По словам организаторов, основная цель конкурса – популяризация и совершенствование ледяного искусства, обмен творческим опытом между мастерами. География очень большая нашего конкурса, она увеличивается. Мы рады принимать гостей, надеюсь, что они сделают прекрасный подарок Новому году нашим магаданцам. 21 декабря в 17 часов работы отсмотрит жюри. Оценивать будут не только мастерство и технику исполнения, но и художественную задумку. 22 числа в 10:30 в зеркальном зале Центра культуры состоится торжественное награждение победителей и участников конкурса. Традиционно скульптуры будут радовать жителей и гостей Магадана в течение января. Здравствуйте! Вызывали Дедов Морозов? Депутаты Магаданской областной и городской дум вручили магаданским детям подарки. У Любови Шелкновой 5 детей, 3 своих, 2 под опекой. Самой младшей 2 года, старшей 18 лет. По словам многодетной мамы, такой сладкий сюрприз было приятно получить и ребятам, и ей самой. Конечно, очень приятно, всегда приятно получать подарки. Тем более, это самое приятное это деткам, да, Аня? В преддверии Нового года народные избранники постоянно радуют маленьких магаданцев сладкими призами. Большое внимание уделяют многодетным и малообеспеченным семьям, а также тем, кто обращается к депутатам в рамках акции «Собери ребенка в школу». Но, разумеется, если есть заявление от иных уже деток, то мы никого не игнорируем. У нас по проекту до Нового года где-то в пределах 70 человек по избирательному округу номер 1 мы будем вручать сладкие подарки нашим маленьким магаданцам. Посещение семей заранее согласовали с родителями. Депутаты стараются создать новогоднее настроение для деток. По словам народных избранников, главное в этих визитах – обрадовать маленьких калмычан. Вот начинаем создавать настроение деткам. Как в данном случае вот семья переезжает, все на ходу, как бы некогда собраться к новогодним торжествам. Вот мы начинаем вот этот процесс. Вот раз, четверо деток высыпали конфеты, хорошо, родители улыбаются, и нам на душе тепло и приятно. Потому что в итоге все, что мы делаем, это в общем, для того, чтобы было радость у детей. Поэтому всех с Новым годом. Надеемся, что настроение, невзирая ни на какие обстоятельства, будет хорошим. Эпидемия коронавируса, карантин и непростая экономическая обстановка в стране. Не только для жителей России, но и для всего мира этот год был одним из самых непростых. Однако и он заканчивается. Что ждут жители областного центра Колымы от 2021-го? С этим вопросом вечерний Магадан вышел на улицы города. Хороший год будет, отличный. Ждем только хороших. На улучшение, надеюсь, конечно. На то, что наш Магадан будет все-таки процветать, а не в убытке быть. Ну, и на то, чтобы обращали больше на трассу внимание. Люди очень тяжело живут там. Всего хорошего ждем. Здоровья всем, чтобы всех было. И всех, кто добра всем. Ой, ну с оптимизмом, конечно, с надеждой, что все это закончится. И опять вот только сейчас думала, как хорошо, был театр. Мы могли ходить, могли веселиться. Но будем пока терпеть и ждать. В первую очередь жду того, что мы все снимем маски и будем видеть улыбки друг друга. Ну, ждем позитива, закончится, чтобы пандемия коронавируса, и чтобы все было у нас в стране хорошо.